Центральной городской библиотеке прошла ретро-вечеринка. На нее были приглашены люди золотого возраста, которые с удовольствием поучаствовали в различных конкурсах, вспомнили юность и в целом эпоху тех времен. Мы побывали на таком мероприятии, просто чудо. Вспомнили свою молодость и даже до молодости, 30-е годы, я-то родилась в 41-м. Очень все понравилось, очень. Запомнилось абсолютно все. Вот все абсолютно. И фильмы, и что мы могли раньше, не мы, а люди, купить за копейку, за две, за десять. Все вообще понравилось. И замечательно ведущие, просто чудо. Я бы сюда ходила бы, кажется бы, часто. Мероприятие посвящено Дню пожилого человека и проходило в рамках месячника пенсионера. Мероприятие названо «Ретро-вечеринка». Это краткий экскурс в историю нашего государства. Взяты элементы именно культурные составляющие, культурные ценности нашей страны. Это и музыка, как вы видели, и литература, и кинематограф. И было своеобразное такое погружение именно в период 20-х, 30-х, 40-х годов. Нахлынули воспоминания на наших обслуживаемых граждан. Многие поддержали мероприятие песнями, участвовали в конкурсах, викторинах музыкальных. Вот. И поскольку они принимали активное участие, вот поэтому все и выведено в такое название «Ретро-вечеринка». Ретро-вечеринка в Нижнем Тагиле прошла впервые. В ней приняло участие порядка 30 человек.